Здравствуйте, дорогие зрители! Недолго мы заставили вас ждать. Садитесь поудобнее и приготовьтесь слушать наши новости. Ну, сегодня у нас сплошная любовь. Даже приятно рассказывать. А то разводы, ссоры, выяснение отношений, дележ, денег, детей, имущество. О, ужас! Ну, начнем. Первая новость у нас о мексиканской актрисе Барбаре Мори. Она уже не скрывает своих отношений с Джоном Эккером и заявляет об этом в Твиттере. Там она оставила такую нежную запись. И вот для того, чтобы сомнений вообще не осталось никого, помещает вот это фото. Ну, несколько месяцев они скрывали свои отношения, Барбара всячески отнекивалась, но теперь, видимо, им надоело. Кстати, Гай Эккер, отец Джона, тоже подтвердил эти отношения и сказал, что вмешиваться в дела сына не хочет, потому что его сын уже большой мальчик, принимает решения сам. Ну, а если он захочет вернуться домой, то семья встретит его с распростертыми объятиями. Ну, в чем проблема, так сказать, почему возникает кое-какое напряжение? Дело в том, что Барбара несколько старше Джона. Ей 35 лет, а Джону 30, то есть разница в 5 лет. Ну, а, собственно говоря, кого это сейчас пугает? Вот и Гай на это внимание не обращает ровно никакого. Он говорит, что мир сейчас современный такой, что это все, в общем-то, пустяки. Ну, и главное, что они довольны, и вообще парочка очень красивая вышла. На самом деле, невероятно красивые люди, в общем, они здорово очень вместе смотрятся. А другая новость о мексиканском актере Арапе Бетке, который тоже решил рассказать о своей невесте. У него взяли интервью, и вот там, в частности, он в первый раз и сказал, что у него есть невеста. Ее зовут Каролина Миранда. Это актриса, с которой он познакомился на Ацтеке во время съемок новеллы очередной. Перед этим у него были короткие отношения с Мари Марвега, тоже актрисой Ацтеки. А вот раньше он встречался несколько лет с Марией Фернандой Йепес. Отношения эти закончились, в общем-то, достаточно неприятно. Хотя пресса писала, что они расстались тихо-мирно, но, в общем, араб дал понять, что как бы проблемы там были. Забавно не это, а забавно то, что Мария Фернанда тоже перебралась в Мексику и тоже нашла работу на Ацтеке. Вот так вот она и будет маячить перед своим бывшим женихом каждый раз и заставлять его задуматься, а правильно ли он сделал. Габриэль Сото и Херальдин Бассан скоро снова будут родителями. Мы вам говорили о том, что, в общем, ходили слухи про их свадьбу, но Габриэль открестился. Так вот, теперь смотрите. По телевизии активно циркулирует новость о том, что Херальдин беременна второй раз. И даже называют сроки этой беременности – 3 месяца. В общем, говорят об этом чрезвычайно много. И хотя парочка до сих пор хранит молчание, народ уже все знает. Ну что, там, глядишь, и свадьба подоспеет. Сам Габриэль признается, что Херальдин любовь всей его жизни, и что в их отношениях намечаются новые перспективы. Ну и слава богу. Лорена Рохас завела нового кавалера. Это испанский бизнесмен по имени Хорхе Монхе. У него очень такой оригинальный бизнес в Испании. Микротеатр. То есть это 1-2 актера делают короткие представления для 10-15 зрителей. Ну, интересное, конечно, дело. Практически, так сказать, дворовый вариант. Не думаем, что это суперуспешное начинание, но если это приносит деньги, почему нет? Ну, и как бы не в этом дело. А дело в том, что Лорена и Хорхе похожи в очень близких отношениях. Во всяком случае, папарацци, их подловившие, уверяют, что пара весьма нежно друг с другом общается. И пишут, что эти отношения продолжаются уже 5 месяцев. То есть 8 месяцев назад Лорена уехала из Мексики в Майами, рассталась с женихом Армандо Араиса, и вот не прошло и 3 месяцев, как она завела новые отношения. В общем, она решила, что нам ли жить в печали. Ну что, в принципе, нормально. Почему нет? В конце концов, вот такие романтические отношения вполне могут помочь преодолеть ее болезнь, с которой, как вы знаете, Лорена борется уже несколько лет. Ну, желаем ей счастья всяческого. А вот сейчас новость будет очень интересная. Вы помните, что не так давно Соня Смит рассталась со своим мужем Габриэлем Поросом. Причем пресса уверяла, что расстались по его вине, поскольку он был ей неверен. Ну так вот, сейчас она встречается практически с его клоном. Вот найдите 3 отличия, да, между Габриэлем и этим человеком. Так вот, клона зовут Рикардо Чавес. Он телемундовский актер. Его многие помнят по сериалу «Земля страстей». Вот
Здесь очень интересная штука. Подозрительно быстро как-то Соня влюбилась. Ведь не прошло практически, ну, я не знаю, может быть, 2 месяца прошло. Всего. А может быть, тут Габриэль вовсе ни при чем был? Может быть, эти отношения уже как бы были за его спиной, а вот только сейчас они вылезли наружу? Ну, кто его знает? Вообще интересная конструкция. Посмотрим, чем ответит бедняжка Порос. Ну и последняя новость на сегодня. Анна-Мария Роско, знаменитая дурнушка Бетти, также продемонстрировала всем свою новую любовь. Его имя Макс Гийоне. Он аргентинский актер. И встретились они, как всегда, на съемках сериала под названием «Мы семья». Ну, некоторые издания язвительно прокомментировали это фото. «La fea encontró a su feo». Дурнушка встретила тоже небольшого красавца. Ну и ладно, зато им хорошо. И не надо так громко завидовать. Вот и все на сегодня. Встретимся с вами очень скоро, скорее всего, уже через несколько дней. Подписывайтесь на наш канал. До свидания.